Вместе с председателем ЗАГС Собрания Кубани Юрием Бурлачко они осмотрели оборудование и технику, которая позволяет оперативно оказывать помощь в случае дорожных аварий и реагировать на ландшафтные пожары. По его словам, такие объекты сегодня необходимы, так как речь идет о безопасности граждан. Гости высоко оценили работу муниципальной службы спасения. Также они побывали в городском ситуационном центре. Здесь собирают и обрабатывают информацию почти с 400 видеокамер. Сеть постоянно расширяют. Система «Безопасный город» не только помогает изобличить преступников или хулиганов, но и является сдерживающим фактором. Для Анапы это дважды актуально, потому что, во-первых, это здравница, а во-вторых, это детская здравница, прежде всего. Поэтому наличие и успешная, так сказать, реализация этого проекта – это очень серьезное достижение для курорта.